все? Да, обидно. Но довольствуемся тем, что есть. Остались только самые большие. Кирилл? Девочки, где? В машине, точнее в багажнике. А как ты здесь оказался? Как я здесь оказался? Хороший вопрос. Вот это находочка. Как-то так. Ну, а потом? А потом, видимо... Такая вот история. Да уж. Кстати, там в машине еще одна коробка с поп-итами. Прикольно. Блин, ну с этим я не стану лучшей поп-итеркой в городе. А что если... Этого не хватит на нормальный поп-ит. Привет. Привет, ребята, у вас есть деньги? Сейчас посмотрим. К сожалению, у меня нет. И у меня тоже. Да что ж такое? А тебе зачем? Я хочу купить себе новый поп-ит, потому что со старым у меня вот что случилось. Капец. У меня, кстати, вот такая же фигня. Что же делать? Что же делать? Привет. Какая тяжелая. Но это того стоит. Ребят, а что у вас в коробках? Ничего. Странные они какие-то. Ладно, Ник, мы Кирилл и Анатолий, мне на пересдачу. Давайте. Удачи. Спасибо. Как много попытов. Так, через 5 минут должна приехать фура с поп-итами. Да ладно. Так а чего мы сидим? Погнали встречать. Погнали. Большой.
свидания. Задолбала. А где Ника? Не знаю, может, в класс пошла? Пойдем проверим. Идем. Боже, какой кайф! Теперь я точно стану лучшим попытчиком в городе. Ника? Где ты взяла все эти попыты? Купила? В смысле купила? И помнится, еще пару минут назад ты сидела в коридоре с протянутой рукой. Это было пару минут назад, а потом я нашла деньги. Ник, по-моему, ты что-то не договариваешь. Смотри, знакомая коробка. А не с этой ли коробкой Ксюша, Маша и Кирилл шли по коридору? Ладно. Да, это их коробка, и это их попыты. То есть, получается, что ты их украла? Фу, как грубо. Не украла, а одолжила. Лиз, Лёш, ну мы же с ними друзья. А с друзьями что? Правильно, нужно делиться. Ну, в принципе, логика в этом есть. Ого, я такого большого еще никогда не видел. Не знаю, как вы, но я в этом участвовать не собираюсь. А давай на скорость? Давай. Лёжа, вообще неудобно попытиться. Ой, не оправдывайся. Я все. Все-таки я стану лучше попытяткой в городе. Ну и где фура? Сколько можно ждать? Сейчас приедет. Кирилл, ты говорил это 10 минут назад. Девочки, не нойте. No, 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 no.